Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы на канале InstaForex TV, с вами я, Екатерина Стихина. Вы смотрите программу «Телемост», в рамках которой мы рассматриваем текущее положение котировок, а также пытаемся предугадать дальнейшее развитие событий на валютном рынке. Помогает нам в этом эксперт технического анализа группы компании InstaForex Владислав Тюфменев. В течение прошлой недели продавцы евро ликовали. График самый популярный на валютном рынке торгового инструмента евро-доллар опустился к полуторамесячному минимуму. Трейдеров обнадежил комментарий главы ФРС Джанет Йеллен о намерении американского центробанка снова поднять процентную ставку до конца этого года. Но уже в четверг торговые настроения изменились. Трейдеры закрывали короткие сделки, фиксируя прибыль в связи с ожиданием окончания месяца и квартала. Владислав, здравствуйте. На ваш взгляд, какие настроения будут преобладать на рынке уже в новом периоде? А видите ли вы возможности для возобновления покупок австралийского доллара? Владислав, спасибо. Итоги заседания Резервного банка Новой Зеландии, состоявшегося на уходящей неделе, как-то изменили техническую картину по торговому инструменту киви против доллара? Владислав, еще раз спасибо вам. Увидимся на следующей неделе. Вы смотрели программу «Телемост» на канале InstaForex TV. С вами была я, Екатерина Стихина, и аналитик группы компании InstaForex Владислав Тюхменев. Мы желаем вам прибыльных торгов вместе с InstaForex.